4 тройки нападающих и 7 защитников. Момент. Ну, шайба в воротах. Вот, говорю же, все лучшие здесь. Открывает счет своим шайбам белые медведицы в этом матче. И немного, но все же догоняют Бирюсу. Кто и как, непонятно совершенно. Ну, сейчас повторы будем смотреть. И так, подъезжает Таипова, забирает шайбу себе. Я правильно понял, что шайбу она забрала? Ну вот, да, Таипова в падении забила. Вот на Рудинова полезла на ворота. Да, все правильно. Шайбу забросила Берта Валеева. Берта Валеева, прошу прощения.